Спортсменов, тренеров и судей накануне болельщики могли заметить в непривычном для них одеянии. Лучшие на спортивной арене сменили форму на вечернее платье и строгие костюмы. В субботу в городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие «Спортивная элита». Ольга Подковыркина познакомилась с победителями и узнала о перспективах развития спорта в нашем городе. Спортивная элита в Лабытнангах была всегда. Мы уже много лет гордимся победами наших спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня. Но вот церемония награждения в таком формате проходит впервые. По результатам выступлений и побед за год, комиссия, в числе которых представители сферы физической культуры и общественники города, были выбраны лучшие из лучших, которые и сформировали спортивную элиту города Лабытнанги. В таком формате первый раз в городе проводится спортивная элита. Так все время мы были в спортивных трусах. Вот. А такими нарядами первый раз мы видим, даже некоторых спортсменов и не узнаем. Да. Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство не заменит физических упражнений. Такие слова приветственной речи Николая Пивоварова, председателя городской думы, как нельзя лучше подчеркивают, что для людей, собравшихся в этот вечер в зале, спорт уже давно образ жизни. Сегодня награждают лучших из лучших в 13 номинациях. Спортсмены, тренеры, общественники, судьи – всего 31 человек. Я думаю, чем меньше победителей, тем ценнее награда. Тут вот как раз на таких праздниках мы стараемся все-таки вычленить лучших из лучших. Пожалуй, больше всех победе радовались юные хоккеисты. Команда «Полярные волки» признана лучшей детской командой в городе. Две тренировки в день, постоянные соревнования, готовность родителей участвовать в становлении спортсменов – все это дало свои результаты. И еще один, но, наверное, самый большой в коллекции – кубок за победу в межрегиональном турнире. Конечно, труд заметен, ребят, очень сильно. Почему? Потому что не то, что вот я, и остальные, и родители заметили, и друзья. Все, что ребята много тренируются и заслуженно, получили эту награду. Конечно, не остались без внимания и тренеры. Люди, вкладывающие в каждого ребенка гораздо больше, чем просто профессионализм. И вот здесь уже хочется сказать о номинации «Олимпийские надежды». Это те дети, которые в свои юные годы продолжают лучшие спортивные традиции, готовы побеждать и чувствуют значимость каждой медали. Все-таки есть немножко. Ответственность перед городом или, может быть, перед родителями? Все-таки родители активное участие в твоем принимают воспитание. Перед городом и перед родителями. Спортивное движение в Лабытнангах формировалось десятилетиями. Сегодня в городе в течение года проводится 7 спартакиад и еще более 150 различных соревнований. Лабытнанги славятся своими спортивными достижениями. Несмотря на острую нехватку спортсооружений, профессиональных кадров, готовы к дальнейшему развитию. Губернатор поддерживает и согласился с тем, что действительно в Лабытнанге есть такая возможность, если стать не спортивной меккой, то неким таким спортивным ядром, центром, где те виды спорта, которые профилируют в городе, может быть, уже несколько лет, а то и десятилетий, мы должны дать толчок и тем видам спорта, где мы видим, действительно, у нас растет поколение, можно сказать, поколение будущих олимпийцев, которых действительно было бы несправедливо даже по отношению к ним оставить за бортом вот этого всего движения спортивного. Поэтому то, что касается меня и моих коллег, я думаю, я сделаю все возможное для того, чтобы город Лабытнанги стал спортивным городом и в плане материального перевооружения и каких-то развития новых, может быть, видов спорта, которые не доминировали, скажем, на нашей городской арене. Задач очень много, но откладывать их, я считаю, было бы преступлением. Поэтому мы должны сделать сейчас максимально возможное для того, чтобы дать толчок развитию и новым видам спорта. И самое главное – это укрепление материально-технической базы. Это задача номер один в области спорта. А пока вопросы строительства новых, столь желанных в городе спортобъектов решаются, спортсмены продолжают делать свое дело – тренироваться, играть и побеждать. Ольга Подковыркина, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».